Всем привет! Так как наступило лето, я решила навестить свою бабушку и дедушку на даче. И, собственно, в этом влоге я буду рассказывать вам о том, чем же я занимаюсь в деревне у бабушки с дедушкой. Вчера я решила заплести себе бигудишки, и вот, собственно, что получилось. У меня передняя часть тупо закрутилась, а все остальное вот такими волнами какие-то, не знаю. Вот огородик, банька, туалетик и поле. Поле, гараж. Стало скучно, мы решили поиграть в теннис с моим братом. Поэтому сейчас мы будем играть. Мне стало холодно, поэтому я надела халатик. В общем, голова у меня уж совсем грязная сегодня, поэтому сегодня мы идем в баню. Я красная, как помидор просто. Баньки классно, всем советую. The next day. Всем с добрым утром. Я спать хочу. О, подвал. Вау. Это АСМР. Пупырчатая бумага. Я буду краситься на день рождения к моему дяде. Я переоделась, то есть как бы шортики, футболочка. Я забыла, а сама сказала, что типа там из будущего, там что-то такое. Можно просто лайки кусали. Собираюсь смотреть свой любимый сериал, а точнее «Очень странные дела» или же «Stranger Things», кстати, всем советую, или же «Леденящие души приключения Сабрины», это новый сериал, мне очень нравится. Я решила посмотреть все-таки «Леденящие души приключения Сабрины», так как «Очень странные дела» я досмотрела, а хотела пересмотреть, но это новый сериал. Буду досматривать сериал и потихоньку ложиться спать. 8 hours later. Уже мы вытащили шезлонг, и я решила позагорать. Только что из бани. Ну а сейчас я собираюсь играть в Sims 4.